Шарнирно сочлененный мини-погрузчик Multivan по праву выделяется из широкого спектра самых разнообразных погрузчиков по ряду причин. И одна из них – это его телескопическая стрела. Усиленная телескопическая стрела Multivan позволяет мини-погрузчикам поднимать выше и толкать дальше. Единственная машина в модельном ряду Multivan, не оснащенная телескопической стрелой, это модель 2.3. Все остальные машины способны поднимать грузы при помощи телескопируемой стрелы на высоту от 2750 до 3700 мм. Конструкция стрелы Multivan имеет H-образную форму, что позволяет видеть рабочую зону перед машиной даже при максимально поднятой стреле. Также, говоря о стреле Multivan, нельзя не упомянуть и о таких максимально полезных функциях, как функция самовыравнивания и плавающий режим. Обе эти фишки входят в стандартную комплектацию мини-погрузчиков Multivan, поставляемых в Россию. Давайте остановимся на них поподробнее. Итак, самовыравнивание. Это гидравлическая функция, которая позволяет не только фиксировать положение навесного оборудования относительно поверхности, но и держать его параллельно горизонту, причем и на подъем, и на опускание. Такая функция существенно облегчает выполнение любых погрузоразгрузочных работ в любых, опять же, условиях и на любую высоту. Здесь из плюсов можно назвать и скорость работ, и сохранность груза, и безопасность оператора и окружающих. Вторая функция стрелы – это плавающий режим. Что же нам дает использование плавающего клапана стрелы? Опять же, удобство при выполнении определенного вида работы. Эта функция позволяет навесному оборудованию, установленному на стрелу Multivan, повторять контуры земли, не задевая за небольшие препятствия и не зарываясь в грунт. Плавающий режим максимально полезен, например, при работе с косилками, щетками или отвалами. В заключение необходимо отметить, что эти режимы взаимоисключают друг друга. Использовать их вместе невозможно.